И к другим темам. Свыше 10 детей с врожденным пороком сердца получили новый шанс на жизнь. Их прооперировали за счет государства в Намангане. Хирургическое вмешательство проводили профильные специалисты из Ташкента, что послужило мастер-классом для местных врачей. У Минахон 7 лет. По словам ее родителей, они узнали о том, что девочка родилась с пороком сердца, когда ей было 3 года. Инициатива руководителя нашей страны об оказании высокотехнологичной медицинской помощи детям с этой патологией возвращает маленьких пациентов к здоровой жизни. На Манганской области более 10 детей прооперированы с использованием современных технологий. Расходы на это благое дело, проводимые по всей республике, покрываются за счет государства. Раньше при таких хирургических вмешательствах больному давали наркоз, вскрывали грудную клетку и операцию проводили с остановкой сердца. Сейчас эти виды пороков устраняются эндоваскулярным путем, с использованием новых технологий. Еще одним важным аспектом является то, что государство закупает окклюдеры в том количестве, сколько и детей с врожденным пороком сердца. Раньше наши соотечественники были вынуждены ехать в зарубежные страны для такого рода операций. Сегодня опытные столичные врачи и местные хирурги проводят подобные высокотехнологичные хирургические вмешательства в областях. В каждом регионе нашей республики средства на углубленное лечение и операции детей в возрасте от 5 до 18 лет обеспечиваются государством. «Моему ребенку 7 лет. Она родилась с пороком сердца. Мы не могли позволить себе дорогостоящую операцию. Дочери оказали помощь малоинвазивным способом. Сказали, что скоро встанет на ноги. Мы благодарны за такую безвозмездную квалифицированную помощь». Акция продолжится и в следующем году. Самое главное, что на первом этапе проекта более 10 детей вернулись к здоровой жизни благодаря высокотехнологичной помощи. Теперь они встретят Новый год здоровыми и радостными.